канале НК Детки, и сегодня я буду чистить микроволновку, способом который я узнала в интернете. Это моя страшная микроволновка. О, так даже лучше видно. Я вижу только низ. И что я узнала в интернете, самый обычный способ, который чаще всего там называют, это сода. Я залью ее горячей водой. Я сама так решила, что она будет горячая. Может быть, не надо, чтобы она была горячей. Вот и посмотрим, что получится. Что есть под рукой, тем и размешиваю. Это мы носим, промываем содой с солью Данечки. Так, Вика. Опа, ты испортила прическу. Еще и призналась в этом. Чего ж ты ее испортила? Держится как-то хвостик, как привык, наверное. Так, мы все еще без стола. У нас нет обеденного стола, но лично я от этого не страдаю. Я все равно не кушаю. Я успеваю забегать вместе с детьми со своей тарелкой обычно. Я не помню, что там говорили в интернете. Поставлю, допустим, на 3 минуты. Получится у меня? Три минуты, подождем. Итак, сейчас открою, и опа, там все чисто, и даже тряпочкой не надо проливать. Ой, промывать, протирать. Пока что у меня есть еще минута 17. И я попробую быстренько помыть посуду. Мне Вика вроде дает это сделать. Мы разобрали с ней целую стирку. И она и так уже много без меня. Сейчас она попросила кушать. Может быть, еще потерпит. А, ты сладости попросила. Я думала, ты попросила гречку. Сейчас я быстренько что успею, то помою. Как обычно, нам нужно будет держать сахар. Так что очень-очень быстро убираем, моем, потому что мытье головы занимает время вообще. Если мыть голову рано утром до подъема детей, то так, наверное, лучше. Но у меня так не получается, к сожалению. Хотя это самый лучший метод, это встать на полчаса раньше всех и привести себя в порядок. Я очень к этому стремлюсь, но пока что у меня это не получается. Я уже стала вставать на 5-10 минут раньше, но я успеваю только почистить зубы. Чтобы вымыть голову, это надо еще больше времени. Так у меня пока что. Хотя я просыпаюсь гораздо раньше, у меня не получается, но я... У меня могло бы получаться, скажем так. Видимо, не хватает силы воли. Я просыпаюсь очень рано, валяюсь или читаю новости, или смотрю видео с субтитрами, пока все спят в тишине. Это тоже не отдых. Но потом встаешь и видишь себя в зеркало, и настроение портится. И так каждый день надо делать усилия, встать на полчаса раньше и выйти в ванну, помыть голову и накраситься, но ничего пока что не получается, потому что еще младшая Вика может проснуться, и это мытье головы будет превращено в зерготню. Проснется Вика, закричит, проснется Даня, все будут в плохом настроении. А как собрать ребенка в плохом настроении, может быть, кто-то помнит, видит человек. Поэтому я приношу в жертву свой внешний вид. Но зато все просыпаются веселые, спокойные. Кстати, вот как я сортирую тетрапаки. Что я делаю? Каждый раз, когда мои дети выпивают, а вчера так получилось, что вчера вечером выпили один, и утром выпили второй. У меня две пустые коробки. Господи, даже не за сутки, а за вечер. Я полностью заливаю водой и оставляю вот так лежать в раковине крышечкой вниз, потому что здесь самое грязное. То есть, как только я вылила чашечку, я заливаю водой, и вот так там лежит всю ночь, потому что в это время вечером я мыть не хочу. И вот утром я оттуда выливаю, вы видите, это белое, и несколькими разами заливаю, пробалтываю, сейчас покажу, и смотрю по крышечке и по воде. Когда вода будет
прозрачная, значит отмылась. Но если вы не зальете водой, то ничего не отмоется. Вот таким вот образом, еще на всякий случай, просто сдавать тетрапаки нужно обязательно чистыми. Вот я рассматриваю крышечку, она действительно чистая, но моя камера не понимает, что крышечка — это интересно. Так, камера, крышечка — это действительно интересно. Она чистая, значит, это тоже чистая. Дальше, у меня было длинное видео, как я отсоединяла горлышки от этих. Я тратила время, на самом деле. Значит, если у вас сильные руки, у меня не сильные руки, можно вырвать. Я делаю усилия, но все-таки у меня получается вырвать, или можно надрезать ножик. Вот, вы видите, у меня получилось криво-косо. Лучше было, наверное, надрезать. Ну, день матушки не дает надрезать. И мы оттуда вырываем эту пластмассу. И скоро я вызову курьера из Вторплюса, из приложения, и узнаю, подходит ли мой такой вариант. Вот этот пластик нужно положить в пакетик отдельно и только тогда сдавать. И вот таким образом у меня остается. Было видео, где я разрезаю пополам и эту часть оставляю себе как органайзер в комод или в шкаф. Но у меня уже все заполнено этими органайзерами. И уже можно солить их. Шутка. И поэтому они мне больше не нужны. Если не залить на ночь, то засохнет. Можно помыть сразу, если у вас есть такая возможность. Но так как мои дети пьют это перед сном, я уже никак не хочу этим вечером заниматься. Наверное, понимаете. Так, пластмасса – это одно. Тетрапак, у которого не промокаемая. Почему мы сдаем тетрапаки отдельно? Вот эта коробочка называется тетрапак. Потому что так она спроектирована, чтобы она не пропускала влагу, так как в ней находится жидкое вещество, или йогурт, или сок. И таким образом, если мы выкинем вот с этим вот слоем таким полиэтиленовым клеенчатым, если мы выкинем, она в земле не разложится никогда. Можно посмотреть таблицу в интернете, время разложения пластика. Вот у меня получилось две крышечки, вот так. И теперь я кладу это в кладовку. Вика, ты мне дашь показать людям, куда я это складываю? Я сейчас вернусь, я пойду в кладовку. Поступил вопрос, действительно ли я сортирую мусор. Или это показуха? Нет, это не показуха. Макулатура. Видео из Меги, где я показываю, что там принимают пластик. Так вот, здесь вот есть такая вот маркировочка треугольненькая на каждой пластмассовой коробочке. Есть треугольная маркировка. Вы можете прочитать, что там. А тут я вижу 6. И пластик с разной маркировкой перерабатывается по-разному. Взрыв мозга, правда? А здесь написано... PET, вот, здесь написано PET. Это тоже что-то значит. То есть это все в раздельные контейнеры. Но я надеюсь, что если я вызываю курьера из Вторплюс, то все это я ему отдам просто в разных контейнерах. И не нужно будет мне везти в Мегу. Посмотрите, пожалуйста, видео из Меги, где я нашла специальное место для приема рассортированного мусора. Что-то много времени. Мусору я чуть-чуть успела помыть посуду и заглядываю в свою микроволновку, вдруг она ничего и не сотворила. А, я вижу вот, что она сотворила, все белое. Все белое. И я буду сейчас это мыть. Ну, однако оно мягкое, действительно. Оно мягкое и легко смывается. А там у меня очень жирное. Ну, кстати, тоже, да, давайте-ка еще на минуточку. Буду мыть. Так, вот эти вот крышечки, куда я кладу. Дело в том, что чтобы вызвать из Вторплюса, мне надо понять свое расписание и ждать в определенное время. Вот, крышечки пока что сюда кладу. Вот тут у меня залежи сладостей, которые я купила в спаре в закрывающемся. Вы можете посмотреть видео про спар. Они уже как бы закрылись, но наш как бы открыт до сих пор. Даже вот такие штуки там продаются за 3 копейки. Это крестики-нолики игра.
такое опять отступление лирическое. И продолжаем уборку. Вика что-то ест. Вика, молодец. Как же мне голову-то посушить? Сегодня в Питере мороз. Поэтому ясная погода. У нас голубое небо и солнышко. И цветы распустили. Так. Как бы здорово было бы иметь своего оператора. Так, Вика. Операция. Папа, где папа? А, Вика рассматривает магнитики на холодильнике и понимает, что это папа. А, горячий смотри, как раз удобно. Сколько пользуется? Папа, мотивирующее видео на уборку я записываю. И каждый раз думаю, кто кого мотивирует. Я вас или вы меня? Меня радует, что просмотры уборки расслабления очень популярны. Без этого я бы, может, не всегда бы убиралась, а так было. Ой-ой-ой, как же мои просмотры, я хочу, чтобы меня больше смотрели. Значит, нужно делать уборку. Уже, по-моему, столько у меня убрано всего. Можно по кругу ходить. Микроволновка, пачкаться я не часто не мою, но уже все остальное закончилось. Я не знаю, вам скучно или не скучно смотреть, как я убираю одни и те же комнаты в одних и тех же местах. Если бы вы меня как-то наикнули, вообще я хотела вот там быть. Но человек есть совершенно. Маякните мне как-то в комментариях, интересно ли смотреть одни и те же комнаты, как я их убираю. Ведь в принципе это одни и те же игрушки каждый раз. Только немножко, может, протекает процесс у меня по-разному. Это мы отнесем. Сюда не попало сюда. Это мы отнесем. Очень горячая вода на самом деле. По идее, это хорошо. Так, вымывается очень легко. Очень легко вымывается. Вам не видно. Как же мне сделать? Очень-очень легко. Вот прям все сразу же. И уходит. Одноразовые тряпочки. Понимаю, что это не очень хорошо. Но для чего нехорошо? Для экологии нехорошо, если вы их утилизируете неправильно. Мне все-таки кажется, что тряпочки хоть когда-то разложатся, в отличие от пластика. Надо посмотреть. Вика, молодец. Ты кушаешь? Умничка. Мы видим.
на тряпке отправляю одежду, которая нам отдана, и она вам. Меня потрясает, когда люди отдают мне бесплатно рваную одежду. Я не знаю, какие эмоции я должна испытывать. Ну, в общем, я ее отправляю в свою собственную переработку, то есть режу. Раз зачищу, тадам. Заднюю стенку не показываю, я ее не домыла. И вот, единственное, что от соды будут белые пятнышки, разводы. Я их потом протру. А сейчас нам нужно собираться. Я еще вот в таком виде, в таком ужасном виде. И высушить голову, это требует времени. Всем спасибо, кто посмотрел мою мойку микроволновки. Да? Соплюшкина, когда соплюшки-то пройдут? Да, ты обжорка. Теперь дети любят эти шарики. Вот зачем есть гречку, если есть шарики. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Если я смотивировала вас убрать и помыть, и рассортировать мусор, пересылайте это видео друзьям. Смотрите видео из Меги о том, как можно сдать легко мусор. Всех целую, всем пока-пока.